Больше 20 лет сельчане удобряли эту землю, сажали здесь картофель. Земля плодородная. С 15 соток порой собирали по 50 мешков картошки. Но последние несколько лет угодья пустуют. Земля стала предметом судебного разбирательства. Государственный акт. В 93-м году работникам местного училища бесплатно выдали землю в бессрочное пользование. Документы на руках, с печатями и границами участков. Каждому по 15 соток. Позже сельчане стали замечать, на их собственность кто-то имеет свои планы. Начали его пахать, нас выживать и посеять озимые, и грозили. Мы чужого не спрашиваем, нам надо своего. 15 соток вот есть, пусть нам вот эти земли нам дадут. Владельцы земель, как по расписанию, почти 5 лет теперь встречаются в судах. Когда участки хотели размежевать, выяснилось, что гектары имеют статус сельхозназначения и постановлением исполкома переданы лицею, а значит, использоваться для личного хозяйства больше не могут. Когда межевался земельный участок, земельные участки истцами, по всей видимости, не использовались, и не было необходимости согласовывать. Почему у нас на стороне стоит? И ты получается так, у меня жена есть, взял за газ, другому мужику отдал. К делу сегодня приобщили налоговые квитанции, ведь пока идут разбирательства, сельчане исправно платят земельный налог, а значит, участки за ними закреплены. Ставить точку в этом деле еще рано, заседание вновь перенесли на начало декабря, чтобы детально изучить все документы. Анна Городнова, Рамзи Гарипов, ТНВ, Пестричинский район.